Дорогие друзья, возлюбленные братья и сестры, пользуясь возможностью, мы, служители Церкви Новый Завет города Перми, поздравляем вас с Рождеством и Новым Годом. Хотим пожелать вам, вашим семьям, родным и близким, чтобы Божье благословение, Божья благодать пребывала с нами. Мы дорожим тем, что мы служим Богу вместе с вами в одном поколении. Примите сердечное поздравление от всей нашей церковной семьи, от всех служителей, которые занимаются служением нашей церкви. Мы сегодня собрались, чтобы прославить Бога и поблагодарить Бога за ту командную работу, которую мы делаем. Поэтому сейчас хотим поздравить вас всех с Рождеством и Новым Годом. Поздравляем!